Привет! Сколько еще применений квадрокоптеров будет найдено? Все привыкли, что квадрокоптер – это летательный аппарат, который используется для съемки видео. Но компания Intel решила показать квадрокоптер с совершенно иной стороны. С применением большого количества дронов Intel придумали изображать различные трехмерные фигуры в ночном небе. Благодаря этому получаются невероятные сюжеты, с помощью которых можно изобразить лица, фигуры, гербы, огромное количество сюжетов. Так что же такое шоу дронов и как оно устроено? Давайте разберемся. Все начинается с летающей платформы, ведь если нет дронов, то нет и шоу. Очевидно, требуется квадрокоптер с двумя основными требованиями. Это светодиодный RGB-фонарь и система навигации. В качестве фонаря используются разнообразные светодиоды, а в качестве навигации применяются технологии GPS и GLONASS. Здесь важна именно точность корректировки движения дронов, поэтому каждое выступление заранее оттачивается до максимума. Движение дронов регулируется по времени и расположению друг относительно друга. Картинка готовится заранее инженерами на компьютере с использованием особого ПО. Для каждого дрона генерируется информация о маршруте и смене цветов. Анимация есть, все летают красиво и не сталкиваются. Теперь необходимо сгенерировать полетные задания для каждого коптера. Для этого придется использовать особый софт, и это уже зависит от полетного контроллера и способа загрузки. Загрузка может быть сделана заранее или же непосредственно перед запуском, например, по радио. Теперь необходимо найти подходящее место, где не будет растительности, линий электропередач и прочих препятствий. Далее нужно привести и разложить в правильном порядке на определенном расстоянии друг от друга квадрокоптеры. Чтобы компактней и удобнее сложить и перевести все дроны, применяются специальные стойки. Расстановка коптеров на месте производится с помощью заранее подготовленной разметки. Каждый коптер имеет свое персональное место. Специалисты тщательно обходят каждый экземпляр, проверяют его работоспособность и уровень заряда. Теперь осталось дождаться темноты, включить все наземное оборудование и коптеры. Когда все готово, отправляется команда на синхронный старт. Толпа дронов взмывает в воздух и повторяет движения и краски анимации, созданные для впечатления зрителей хореографии в ночном небе. Шоу дронов сейчас на пике и еще будет долго на нем оставаться. Растет как спрос, так и предложение. Ведь даже небольшие команды, обладающие ограниченным запасом дронов и инженерной закалкой и тягой к прекрасному, способны создавать невероятно красивые сюжеты в небе. Это по-настоящему захватывающее зрелище. Надеемся, что на ближайшем крупном мероприятии вам обязательно удастся насладиться ими вживую. А может, вы уже были на таком мероприятии и видели шоу дронов в реальности? Оставляйте свое мнение в комментариях. С вами были Flightrex. Всем пока!